Дамы и господа, напоминаем вам, что в течение нашего полета вы не должны использовать в салоне самолета радио, портативные телевизоры и телефоны, электронные игрушки с дистанционным управлением, так как они могут влиять на навигационную систему нашего самолета.
в самолете имеется 3 пассажирских салона. Над вашим колесом расположена лампочка индивидуального освещения вентилятор. В подлокотнике вашего кресла находится кнопка вызова бортпроводника и вентилятор на город Питке. Туалетные комнаты расположены для пассажиров бизнес-класса в первом вестибюле, для пассажиров экономического класса в третьей части самолета справа и слева по борту. Курение на нашем самолете запрещено в течение всего полета. Господа, просим вас убедиться в том, что ваши ремни безопасности застегнуты и подтянуты по размеру. Ladies and gentlemen, would you please check with the seatbelts and security fastens? Thank you. Thank you.
добро пожаловать в Москву. Для вашей безопасности просим вас оставаться в креслах до полной остановки работы двигателей и пока включено световое табло. Ladies and gentlemen, welcome to Moscow. For your own safety, please keep the seatbelt fastened and leave the engines and the seatbelt sign cabin secure. Я согласен. Я там надо.